И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и подписчик. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, где мальчик поздоровайся. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Крутые постройки». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Не забывайте подписываться на каналы. 0212 без модов, с душой для Димаса. Красавчик, понял? Погнали. С душой и для Димаса. Во, улыбочка желтого цвета. О, туалет мне нравится на углу, это не зря он сделал. Да. Диман, как я сижу, нормально? Ножки свесил. Так, давайте изучать. О, внутри управление там есть. О, он даже с этой стороны написал Димас. Диман, унитазы крутятся. О, все, нормально. Так, я внутри. О, вот здесь сколько механизмов, Димон. Да что такое? Это сцена какая-то. Воу, унитазы крутятся, движушка мутится. Вот это офигеть, логотип Димаса. Блин, классно сделал, мне нравится. Офигеть, Димас, реально дискотека туалетная. Давай спускаться вниз. А, подожди, это как мышеловка она получается сверху. А садись, Димас, вниз, вот иди вниз, знаешь что, покажу тебе. Смотри, здесь, короче, Димас, туалет, а напротив куча уточек, смотри. Воу, это, короче, что у нас, магазин уточный? Здесь на туалет. И уточки, Димас. Диман, теперь я еду. Ого! Что? Надо, Димас, на двоечку нажать, чтобы это. Во, я понял. Классно. Да. Четенько. А, получается, он сбоку написал Димас, а сзади ТВ. Блин! А, сверху Ютуб. Красавчик, вообще, молодец. Ну, а я ж тебе говорил, что Ютуб еще написано. Че, по старой традиции мы ее не будем взрывать? Только не будем. Постройка так, крутая. Так, мусор, уходи отсюда. Как создателя зовут? Квасов 0212. Спасибо тебе за крутую построчку. Делай еще, мы еще посмотрим. Крутые построчки. Так, поехали дальше. Это просто постройка, ни от кого. Просто постройка, ни от кого, понял. Да, просто построечка. Она класс. Появилась из ниоткуда. И что это, кстати, такое? Что это такое? Очень классно. О, так это Димон пиццерия. Офигеть, это что? Это FNAF Ultimate Custom Night. Воу, полегче. Тут кнопки есть, Димончик. Смотри. А ну, Димон, я клацаю, смотри, что будет. Ну, давай. Ого! Это что, сейф? Это я так прячусь, смотри. Тихо-тихо, дай тоже спрячусь к тебе. Оп. Вау, не, стой, подожди. Закрой, закрой, я хочу тут... Синюю кнопку надо нажать, Димон, синюю. Да? Воу, прикольно. Смотри, Димас, я какую-то еще кнопку тут нажал внутри. Стой, 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 сейчас что-то будет. А, тут отчет времени идет, она сейчас откроется, эта коробка, смотри. А, нет. Не, а не чё? Открылась. А что это получилось? Что тут тарахтит движок? О, Димас, помнишь этого челика, что он должен просить? Вот этого. Да, 5 coins. А получается, эти кнопки, они не работают. Вот этот, вот тут Афтон должен лазить вот здесь вот. О, работает, вентиляция есть. Во, да, ты открыл вентиляцию. Дверь открывается, Димон. Блин, крутецкий. Так, получается, он ее не достроил. Ну, это как бы, знаешь, что именно комната охранника. Это не то, чтобы вся пиццерия, просто комната. Ну, просто FNAF 7 больше ничего и нету. Ну, поэтому не стал делать ничего больше. О, Димончик, смотри, где я. Я тебя вижу. Сейчас закрою, Димас, тебя. А ну, вот эту дверь открой, Димон. Так, а я не знаю, как там тут работает. Во, красавчик. Во. Да, недостроено. Какие-то шумы здесь, механизмы работают. Вентилятор тут шумит, сейчас мы его выключим. А ну-ка. Все, выключим. А у меня есть маленькая бомбочка, которая его выключит. Она не разорвет всю пиццерию. Ого! Не, она маленькая. И все, смотри. Ну да, да, да. Ну не сильно же. Малюсенькую, смотри, какая маленькая. Бум! Это построечка. Сделано Даймаксом. Офис FNAF Sister Location. Посмотрим же. Воу. Офигенно. Бум. Димон, да. Очень круто смотрится. Кстати, мы качали отдельные моды, чтобы эту карту посмотреть. Выглядит офигенно на самом деле. Так. Вот Даймакс, красава. Ты делай, давай, продолжай эту карту доделывают. Именно вот это вот Sister Location часть. Мы видели, читали твое сообщение, то что... Ты там написал наши имена, указал в описании, чтобы... Поэтому мы и нашли эту карту. Если бы не написал, не нашли бы.
доделывай эту карту, и мы посмотрим ее обязательно. Потому что сделано уже начало очень круто. А, Димас, синяя кнопка это светить, а красная это электричеством добить. Да. Вообще прикольно. Мне нравится, как вверху экраны светятся. Да, вот, кстати, тоже первым делом я и заметил это. Четко, да? Да. Мне понравилось, как взорвалось, конечно. Взрыв был в конце лучше всего. Тоже пиццерия, но это, видно, самая крутая будет. Ай, головешкина. Башочки тебе дали. Я не могу вылезти. О, могу. Все, выходите по пиццерии, я буду ее ставить. Она тяжелая? Конечно, здоровенная махина такая, ух. Так, Димон, ищем вход. Вот он. Так, добро хорошая калитка, да. Пиццерию. Во, я сел, тут кнопки, Димон, есть. Дима, иди посмотри на аниматроников, это похоже на то, что мы с тобой делали в пиццерии. Димон, а вот это рогатый, это Бонни, что ли? А в руках у него как магнитофон какой-то. Гитара электрическая. Блин, человек старался, он сделал миниатюрно, он же не делал больших. Блин, это круто. Димон, подожди, тут есть комната, и надо кнопки понажимать все. А ну-ка. Димас, это лучшая пиццерия, которая... О, так это получается комната охранника с рабочими дверями. Свет. Свет. А, внизу ничего. Так. Откроем эту дверку. Мастерская, Димас. Так. Ну, это не мастерская. Ого, такая Steam, большая. Я сначала думал, это мастерская Steam. Оказалось, что нет. Дима, тут даже молотком не замахнешься. Во, туалеты. О, это нужная вещь. Особенно еще дверцы закрываются, мне это нравится, кстати. Вообще, туалеты шикарные, я бы здесь жил. Так оставайся и живи. Так я так и собираюсь. Сейчас... О, там что-то еще есть. Кухня, иди сюда, кухня. Представь, такую маленькую карту все вместил. Просто красавчик. Со стороны, кстати, а Фокси, смотри, какие уши у Фокси. Как у собаки. Че с тобой? А, это уборная, кстати. А комната охранника вообще маленькая. Так она работает, двери работают и свет. Прикольный экран, кстати. Блин, дергается все. Потому что очень все тесно, понял? Тут очень тесно. Так, сейчас мы тут немножко ремонт сделаем. Так, экран вообще глобальнейший. Так, свет работает. Все работает, двери закрываются. Все, я спать. Димончик, спокойной ночи тебе. Да, спасибо. Отлично, ты тут спасал. Все, Димон, больше не мать тебе, где жить. Да, ничего страшного. Во, Фоксюшкин. А ну, посмотрим, механизмы есть? А, нету. Прикольный материал, какой-то камень, что ли. Смотри на его руки, как он может. Мас, сейчас мы его немножко починим. Опять. Димон, ты что с него коротышку сделал? Карлик какой-то был. Смотри, че паркур. Стойка на голове, Димас, умеешь так? Нет, как Фокси вообще никто не умеет. Вот Фокси вообще такой мужик, конечно, жесткий. Так, вот. Кого-то придавило, Дима, немножко. Да-да-да. Ой, это получается, она на флейте играет или что, не понял? Не знаю, не знаю. Бум. Да, это на флейте играет. Это табор... А, нет, все нормально. Так, есть кнопка по любасу, давай нажимать. Это прикольно выглядит, она реально как будто на флейте играет. А ну-ка. Так, Бонни, ты за мной что, следишь, что ли? А, ты, вы за каждого аниматроника, Димас, отыгрываете? Да, смотри, я кручусь влево-вправо. О, Димас, смотри, флейта. Давай, флейта. На флейте лупаш. Это есть, Димас, настоящие аниматроники. Прикол. Ой, я классно сделал. Оно как бы целое осталось, но не полностью. Ну Чика нормально еще деп делает, Димас. Да-да-да, оно флексит. Флекс от Чики. Бум. Чья-то нога еще осталась. Фредди, давай забирай свою ногу. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.